ребят, еще раз, там, 105-й за сегодня. Значит, такая история, просто вот наглядный пример. Сейчас с клиентом хожу в Фимоле, делаем какие-то подходы. Подходит к девушке, прикольная девушка такая, в штанах. На этот раз не в космических. Вот, и легко и быстро прям дала телефон, причем нормально, заинтересованно общались, пообнимались, то есть это не то, что это не тот вариант, когда было на отъебись. Вот, и сейчас вот он сам заметил, как бы, стоим минут через пять после этого, смотрим, она заходит на второй этаж, и я смотрю, она идет за ручку с каким-то чуваком, там, типа, ну, видимо, это ее парень, то есть, и он обратил внимание, говорит, смотри, она, видимо, с парнем, но она про него даже ничего не сказала, и... Ну, то есть, ну, я это воспринимаю так, что, наверное, вот, все-таки это показатель того, что многие девушки, не все равно кто-то есть, да, может быть, просто, чтобы не быть одной, может быть, для секса, может быть, она уже в процессе расставания, и даже если этот парень есть, почему бы не попробовать? Если ты окажешься в моменте круче и лучше, как раз, может быть, ты станешь ее любимым мужчиной, и она твоя женщина. Вот, это прям наглядно было, что, да, никакого слова про парня, а идет с чуваком за руку. Это не для того, чтобы как-то опустить или унизить женскую сущность. Это просто тебе на заметку для раздумий. Все, увидимся, пока.